Сейчас осень, а мы начнем с песни, которая называется «О знак весны». Но перед этим интро. Супер.
Наші блукати
ты не раскрасила пока. За обложками забытия ты потерял секунду жизни навсегда. Где есть расчет, опорные реакции, схемы вычисления, все посещения, рассказы с места кафедры про будущее, прошлое, вчера. Ты не раскрасил облака, за обложками забыл себя. Ты потерял секунду жизни навсегда. Лестница на небо.
свободу. С винтовкой неволи я поднимаюсь выше. Я чувствую тревогу, охрипший голос тише. Охрипший голос тише, охрипший голос тише, но сердце мое с Богом. Чистые закаты, пыльные дороги, марш немых и смелых, в поисках свободы, не опуская руки, мы чувствуем тревогу, и мы словно ищу. Писания моя жизнь стала гореть в синем пламени, а я нарушаю Писания, я ни одна нарушаю Писания. Хочу стала бы позвать.
Кивая осень, беспрерывный ритм ночи. Дождь, расскажи историю свободного падения от неба до земли. Эй, дождь! Последний дракон. Последний дракон возносится в небо. Последний полет, посланник небес. Героев так много, и копья и стрелы вонзаются в тело. Но ты не гляди, последний дракон поднимается в небо. В твоей крови вся мудрость цветов. Твои мощные крылья ладят потоки ветра все дальше и дальше. Последний дракон. Герои летают и смотрят в небо. Боются все песни, героев не станет вместе с тобой. Последний дракон поднимается в небо. В твоей крови вся мудрость веков. Мощные крылья ловят потоки ветра. Все дальше и дальше летишь один. Последний дракон.
Можешь увидеть дом, где живет солнце. Загадай желание и не одно. Пусть оно вернется, сбыточным вернется. Вдалеке гроза. Анна Цирульник, соло-гитара Павел Сухановский, перкуссия Елена Бурцева, скрипка Мари Элько и ритм-гитара, вокал Светлана Тараненко. И еще у нас виолончель, которая чуть позже присоединится Виртуально. К нам, это Мария Радченко. Ее пока с нами нет, она не играет, но она здесь присутствует, она обязательно присоединится, и будет звук еще богаче. Спасибо всем, отличного настроения!